Доброе утро, мои дорогие. Сегодня прям утром не снимала, потому что мне Костя в 8 утра звонил. Ну, тут всякие дела. Что, во-первых, хочу вам сказать. Те, кто меня смотрят, наверное, помнят маленького мальчика, Мишу Жукова, которого я два раза видео выкладывала с просьбой о помощи маленькому больному мальчику в Мурманске. Мальчик плохо себя очень чувствовал. Но такой улыбчивый, хороший. Маленький, ему на тот момент было что-то год 4 месяца, что ли. Вот родители собирали деньги. И вот хочу поделиться с вами своей радостью. Этот ребенок не должен был дожить до 2 лет. Но благодаря людям, я прям не могу, благодаря помощи людям и помощи администрации Мурманска, Мишенька получил свой укол. Ему нужен всего один укол для того, чтобы жить полноценной жизнью. И он его получил. Это лекарство из Америки. Называется он Золгенсма. Господи. Так что родители счастливы. Мы все рады очень этому событию. Этот укол стоит, только вдумайтесь, 200 миллионов рублей. Один укол. Который поможет ребенку жить дальше, вырасти и быть полноценным человеком. Я не могу. Я так рада. Я так за него переживала, так было его жалко. Понятно, что ему реабилитация нужна, потому что он плохо двигался. И, в общем, в том возрасте, когда дети уже ходят, да уже бегают, а он лежал. Но теперь все будет хорошо. Вот такие, когда новости приходят, прям жить хочется. Такие вот дела, мои хорошие. А я начала разборку. Мне Мариночка вчера в гости приезжала, привезла тут на переделку. Вот я один уже браслет разобрала. Вот еще вот этот тигровый глаз надо разобрать. И вот тут всякие бусинки. Ой. Вот, все это надо будет переделать. Вот, но я еще раз повторяюсь, что жду фурнитуру, посылку. Пока что-то начну, конечно, переделывать, но на что у меня есть фурнитура. Вот. У меня уже от Ларисы целый большой пакет. Ну, ладно. Будем делать. Это хорошо, когда есть что делать. А я еще раз хочу, девочки мои золотые, к вам обратиться. Не стесняйтесь напоминать мне,
пишите в WhatsApp или в Viber, потому что я могу забыть. Вот честно вам вот говорю. Мало того, все говорят, записывайте. Записываю, потом забуду, где записала. Вот видите, как с Надеждой получилось. Хотели встретиться, и вот прям... Она мне уже написала, что она уже дома прилетела. А я все никак не могу отойти. Мне так обидно, что мы с ней не увиделись. А надо было напомнить о себе. Наденька, милая моя. Ну, бабушка же уже памяти нету. Так что, девочки, не стесняйтесь, не бойтесь, напоминайте. Вот, а я вчера все-таки подвиг совершила. Все подмела. А вон опять, видите, а толку-то? Ветер дует, листочки сохнут, падают. Вон, гляньте, целый мешок. Целый мешок намела. Вот эти две коробки надо отнести на помойку. Вот. А вот увидела. Посмотрите, на какой высоте висит огурец. Надо залезть его оттуда снять. О, какой огурчище здоровенный. А у нас сегодня суббота, день поселка. Но это будет вечером. Я надеюсь, что я поеду, съезжу. Посмотрю, что там будет происходить. Вот. Ну, а пока буду заниматься своими делами. Жарко. Я уже не смотрю на градусник. Понятно, что 30. Никуда уже от этого не денешься. Вот. Так что вот так. Ну вот, я дождалась, наконец. Канна распускается. Ну, надо же, у всех давным-давно цветут, а у меня только-только. И то только один цветок, остальные еще. Вот тебе, пожалуйста, вот южный вроде цветок, да? Вот тут он в тени и распускается. Белье постирал. А эти на солнце. И никак. Поливаю же каждый день их. От чего кому надо. А может быть, тот цветок просто сам по себе посильнее. Вот. Смотрите, еще радость-то. Я уже все... Ну что, они уже все отцвели. Уже, наверное, больше недели. И вдруг, хоп, вчера еще один зацвел, поздний. Но это уж теперь точно последний в этом году. А суккулент-то посмотрите. Палка-то какая, 40 сантиметров высотой. Вот они, живущие у магазинов. Счастливые кошки. Ну что, приехала я в Черноморск. Я не знаю, что-то.
будет ли какая-то программа сегодня тут. Вот, мне таксист сказал, что концерт в Оленевке сегодня. Какая-то там звезда молодежная приезжает. Спасибо большое. Ну ладно, сейчас схожу, посмотрю, что на пляже делается. Вот, мне звонила Марина, моя дорогая, и сказала, что, возможно, 10 числа приедет сын ее, Саша. Ну, вы его видели в том году, в позапрошлом. Он приезжал с мамой и с папой. Вот, а сейчас вроде как собираются 6 человек приехать, молодежи. Я говорю, ой, Марин, да ради бога, господи. Я очень Сашу люблю, он такой добрый, такой отзывчивый, безотказный парень. Так что... Мне так и так надо было ехать. Надо было деньги снять завтра. За свет идти платить. А у меня налички нет. Ну, думаю, ладно, съезжу. Посмотрю, что творится на пляже. Ветер сегодня сильный. Курортные радости. Вот, выходим на открытое место, ветрище. Мужчины в волейбол играют. Вечер уже. Народу немного. А народ купается, чё? Не, ну прям так-то ветерочек-то хорошо. Кто загорает? Я что-то не стала купальник брать. Думаю, дело к вечеру, пока я похожу. Магазин мне надо.
человек-амфибия, как он выдерживает столько лет, ну, хоть, конечно, из цемента, но вот уже ему ой-ой-ой. Это 50 с лишним, может и больше. Фильм-то снимали когда. Вот он постоянно на нем висят, куча детей ползают по нему. Так облепят его все. Так, ну ладно, пойду по променаду пройдусь. Голуби и сюда дошли. Это обычно в Севастополе там. Девушкам красоту наводят. Не, ну мероприятия-то были какие-то, наверное, праздничные. Салют сегодня будет. Я за 5 лет ни разу салют не видела. Я как-то не люблю по темноте шарахаться. И не люблю скопление народа. Ну, салют тут такой, что вот по идее-то, да, 1,5 километра до меня от центра. Ну, не видно. Это не салют, так себе, наверное, фейерверк какой-нибудь. Я очень переживала, думала, что не будет никого отдыхающих этим летом. Как и обещали, после 14 июля люди приехали. Ходят люди себе развлечения по интересам. Можно прокатиться. Ну что, и в кафе сидит народ. Все как надо. Вон загорелые люди. Мне Марина вчера говорит: ой, рядом со мной загорали, из Мурманска приехали. Вчера только. Беленькие такие. Приезжают беленькие, уезжают потом загорелые какие. Так, пойду сейчас тут посмотрю. Я еще тут не ходила. Ну, наверное, те же самые, которые в том году работали.
лаванда. Так, вон бусики есть, пойду посмотрю. Нет, меня выпускать с деньгами нельзя. Я уже купила 4 браслетика. Пойдем. Продавщица там в одном ларьке заливается соловьем. В общем, короче говоря, хожу я и понимаю, что я продаю просто за копейки. Слушайте, а тут какой-то концерт идет у доски почета. А я думаю, откуда музыка? Что-то как-то они концерт-то сделали, не пойми где. Со своим ростом ничего не вижу. Такая есть талантливая молодежь. У меня прям аж мурашки. Ой. И на саксофонах как играют ребята. Вот на праздниках я так ходила, смотрела. Очень музыкальные есть просто ребятишки. Вот только бы дальше была возможность развиваться. Молодцы. Ой, в яблоко, наверное, народу. На улице-то вон ожидающих сколько. Но все равно надо сходить. Очень хочу крылышко в куриных копченых. Я говорю, сыры-то прям какие у нас появились. Thank you.
Очереди. Очень неудобно. Такие маленькие около кассы вот эти прилавочки. Там-то вот нормальные. А здесь очень маленькие. Но я здесь стою из-за сигарет. Ну вот и вечер уже. И я, как всегда, с неподъемным пакетом. Жарко, все время хочется пить. Чай надоедает, хоть у меня и каркаде есть, и все равно надоедает. И вот это, знаете, ночью встанешь, холодного молока из холодильника наглотаешься, от него еще потом пить больше хочется. А просто воду я как-то не люблю. Потом сырую я тут воду не пью, а кипяченую, как-то она какая-то, не знаю, не утоляет жажду у меня. Все, уже прохладненько стало. Очень медленно, конечно. Мне сначала этот так магазин понравился, но чего-то как-то не очень. Очереди очень долго, как всегда. Салаты, что я брала тут 3 раза, дерьмо. Они, видимо, не имеют понятия. Что, мои дорогие? Видите, как я вовремя вернулась? Вот сейчас как раз с вами попрощаюсь, пойду поужинаю, а то чего-то... Я не помню вообще, я что, ела сегодня, нет? Да, у меня вот так вот бывает. А то прям даже что-то желудок, вот знаете, прям так сжимается нехорошо. Кто там мяу? Кабасенька! Кабасенька мой! Мой кабасенька! Эй, где ты там? Где ты там в ветках, Коба? Коба. Что-то парень, видно, нагулялся, дома стал ночевать. Как порядочный. Вот. Ну что, мои золотые? День пролетел, как пуля. Даже не заметила. Ой, я вам говорила, не помню, вчера или позавчера, что нашла очень интересного человека на Ютубе. Называется «Нулевой пациент». Очень умный молодой человек. Вот, он и врач, и там, и психиатр, и писатель. Очень борется с педофилами. Ну, вы знаете, да, что это такие преступления страшные. И вот он написал книгу. Она так и называется «Педофил». Ну, сам он с Украины, но почему-то действие у него происходит в Америке. Как будто на Украине и в России педофилов нет. Ну вот, читаю. И, а сами понимаете, когда читаешь, делать ничего руками же не можешь. Это ж не сериал слушать. Или какие-нибудь там еще блоги. Вот, так что прям увлеклась, читаю. Переживаю. Но читаю. Вот, сегодня нужно мне дочитать. За вечер. Ну что, мои хорошие... Давайте, не грустите, не болейте, прекратите мне это дело. Это просто безобразие. Пусть все будет хорошо. Я настроена прям оптимистично, боево, весело. Вот. Пусть все будет у вас хорошо.
Господи. Вон, видите, что творится. Вот. Что хотела сказать, забыла. А что я хотела сказать? Ну, в общем, собственно, никакого особенного праздника я не увидела. Ну, я думаю, что тут и всегда-то так скромненько. Вот. Ну, ладно, в магазин сходил. Он кабася от сумки не отходит. Копчеными крылышками пахнет. Вот, ладно, мои зайчики, девочки, мои мальчики. Давайте, хорошего вам вечера, спокойной ночи. Хорошего вам удачного завтра воскресенья. Пусть все у вас будет хорошо. Ну и пока-пока, мои дорогие. Спасибо вам за компанию. Thank you.